Христос воскресе, воистину воскресе. Читаем Евангелие от Иоанна, сегодня 9 главу. И приходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус сказал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему: «Пойди, умойся в купальне». Силаам, что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он», а иные: «Похож на него». Он же говорил: «Это я». Тогда спрашивали у него: «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мне и сказал мне: «Пойди на купальню Силаам и умойся». Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: «Где он?» Он отвечал: «Не знаю». Повели его, бывшего слепца, к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение, отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорит слепому: «Ты что скажешь о нем? Потому что он отверз тебе очи». Он сказал: «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не привели родителей сего прозревшего и спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ: «Мы знаем, что это сын наш, что он родился слепым, а как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах, самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему то родители его и сказали: «Он в совершенных летах, самого спросите». Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ: «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобою? Как отверз твои очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы – Моисеева ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Сего же не знаем, откуда он». Человек, прозревший, сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Божию, того слушает. От века сего не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ: «Нет, во грехе ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?»
Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобой». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему. И сказал Иисус: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывшие с ним, сказали ему: «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но вы говорите, что видите, то грех остается на вас». В этой главе мы узнаем, что Иисус, проходя мимо, увидел человека слепого от рождения. Ученики стали спрашивать, почему он слепой от рождения, за свои грехи или за грехи родителей. Иисус сказал им в ответ, что нет, не за свои грехи, не за грехи родителей, а для того, чтобы прославить Господа. Всегда говорили, что если человек грешный, поэтому он и страдает, поэтому у него так много болезней, неприятностей, скорбей. Но это не всегда за грехи даже и человека, или его родителей. А вот здесь пример дается, что иногда для славы Божией, чтобы человек, через него Бог прославился. Иисус подошел к слепому, сделал брение из земли, взял землю, плюнул на нее, растер и помазал глаза слепому. И сказал: «Умойся в купальне Силаам». Слепой пошел, умылся и вдруг прозрел. Но он не видел Иисуса, только слышал, знал, что это Иисус. Когда все стали удивляться, как же так, как это произошло, такое чудо, и привели его к фарисеям и книжникам, которые стали его допытывать, испытывать, говоря: «Как посмел тебя кто-то исцелить в субботу?» Снова у них нет никакой радости за человека, что человек был слепым от рождения, вдруг прозрел. Для них это не есть какое-то чудесное, радостное явление. Они только, узнав, что это сделал Иисус, еще раз в вину ему хотят это вести, что он исцеляет субботу. Но для того, чтобы удостовериться, что действительно его исцелили или обманывает он, они привели родителей слепого и стали спрашивать их, как это он был слепым и вдруг прозрел. «Это ваш сын?» Они говорят: «Да, это наш сын. И он родился слепым. А как получилось так, что он стал видеть, мы не знаем. Он уже сам взрослый. Спросите его». Родители радовались за своего сына, но боялись иудеев, потому что они, посовещавшись, сказали, что будут отлучать от синагоги людей, которые уверуют в Иисуса. Поэтому они так и сказали, что не знаем, как он прозрел, у него спросить. Но слепой, который прозрел, он уже не отрекался от Христа. Он сказал, еще не видя его, не зная, как он выглядит, но он не отходил уже от него и перед фарисеями исповедовал веру, сказав, что это пророк, это человек от Бога, потому что еще не было такого, чтобы от рождения человек был слепой и вдруг прозрел, что только Бог может так сделать. Фарисеи же выгнали его за то, что он уверовал, из синагоги его выгнали. Иисус же, узнав, что его выгнали,
подошел к нему и сказал: «Веруешь ли ты в Сына Божия?» «Кто это?» Иисус открылся ему, сказав, что это я, и слепой сразу же исповедовал веру свою, сказал: «Да, верую, Господи!» То есть, когда у него открылись глаза, он же не захотел снова стать слепым. Здесь мы понимаем, что и в духовном смысле, если мы пришли к Богу, приходим, мы уже видим, где зло, где добро, мы уже не должны отрекаться и снова входить в дела, в те грехи, снова возвращаться, как жена Лота, которая соляным столпом потом стала, потому что вернулась к своим грехам, обернулась. И вот слепой, он прямо исповедовал Христа, не отрекся от Него. Так и мы должны прозревать, идти за Христом, любить Его, верить и спасаться. Спаси, Господи!